из маминого кафе. Сейчас посмотрим по навигатору, куда мне надо идти. У меня в планах встретиться с моей подружкой. Сейчас идем в центр. Так, я на месте, только Сони нету. Короче, насколько я поняла, она хочет сюда. Сейчас посмотрим, может, она уже в кафе. Мне кажется, это за ней поехали. Очень мне понравился вот этот напиток, но здесь написано «Mushroom». Я не знаю, можно мне вообще это брать? Я пришла на 10 минут раньше, и она уже на 10 минут опаздывает. Здесь 20 минут торчу. Ко мне официанты уже раза 3 подходили. Пришла наконец-то. Мы немного переезжаем. Ну, короче, мне перенесли оранж джюс, латте, как это, сливки? Да, сливки. Подровнять? Да, сливки. У меня кончик. Сливки пустые. Ну, стой, давай. Так, нам вот принесли наши булочки. У Сони с лососем такая, с авокадиком. Да. Сейчас фоткаемся, фоткаемся. Так, у меня какая-то булочка. Это, насколько я понимаю, джем и маскарпоне. Да, выглядит это, конечно, не очень. И давайте узнаем, лоханулась ли я. Я себе заказала вот breakfast, это завтрак. Здесь, короче, написано кофе, вот и типа чай или кофе. Я заказала себе кофе. Короче, мне принесли сок, а я не поняла, типа, зачем мне принесли сок, потому что я, типа, выбрала кофе. Мне тут же приносят кофе. Я такая, типа, мне принесли два напитка, а там, типа, надо было выбирать. Я, короче, такая выпила и то, и то. Я такая понимаю, что, скорее всего, сок посчитали вот эту вот акцию, типа, breakfast. А я такая смотрю, типа, получается, 4 кофе еще за, 4 евро еще за кофе. И я не понимаю. Но прикол в том, что мы точно не знаем, как счет принесли. Не знаю. Поздравьте меня, я не лоханулась, я все правильно заказала. Обзор, что есть булочка. Коротко, я когда плачу. Авокадики. Давай. Красная рыбка и еще салатик. Салатик. Давай. О, там черный перец. Ой, бери там и собачка. Там этот зеленый хрустящий кисло собачка. Так, мы вышли с кафешки. Да, идем сейчас в Бершку. И Бершка прямо напротив. Да. Так, в Бершке нам не понравилось. Сейчас пошли в Примарк или в Ашандем. Они 134 евро, смотри. Да, хочу. Вот, смотрите. Все. Пошли в примерочную. Пойдем. Подожди, мама погладила. Ну, короче, мне этот свитер нравится. Меня Соня притащила в Bubble Tea. Пошли пробовать. Так, Соня будет таро, я буду манго. Ой. Вот это вот мой. Я взяла себе манго и strawberry. Так, вон там наша тетечка.
Where did they find it? Someone's sweatshop. Breaks. Пойдем туда. Ну как? Ну, шейк, шли в дом. Шарики. Ну, в целом, тебе понравилось? Вкусно. Это как замороженный какой-то банановый, почему-то не манговый. Банановый милкшейк с какими-то чайными желешками. Я не знаю, как это объяснить. Очень вкусно. Там чай, черный чай, и этот называется вкус коров. И честно, я не знаю, он очень странный, но... Ребята, я, короче, попрощалась с Тони, сейчас возвращаюсь к маме на работу. Сейчас примерно около 5 часов вечера, начинает уже потихоньку темнеть. Так что иду, я немного замерзла, так что сейчас буду греться. И у меня закончился вот bubble tea, здесь оставили только вот эти вот пузырьки и немного льда. Я сейчас пытаюсь трубочкой выковырить вот эти вот пузырьки, и там внутри их сироп.